Создание инфраструктуры на участках многодетных семей в Мирном. Известную в республике проблему журналисты обсудили с главой города Климом Антоновым. Сегодня в Мирном участке под ДЖС выделены 110 семьям. Это в районах Услэп и Заречный. По словам Клима Нестеровича, собственники земельных участков в Услэп смогут полноценно в них жить со следующего года. Газ, вода и электричество будут подведены с помощью фонда развития моногородов, который заинтересован в создании новых рабочих мест в близлежащих от жилых участков строящихся предприятиях. Набор кредит, кловрити в сравнении, вот как-то популяризировать все равно видно, у нас только проходит во время СЭКов, что призовой фонд и наши предприниматели поддерживают. Что касается Заречного, то в следующем году мы тоже планируем электрифицировать полностью, свести лес, дороги тоже отсыпать. Также в этом году мы ведем корректировку газового проекта. То есть мы из города будем вести туда газопровод. Я думаю, что в следующем году мы уже сделаем первый этап этого газопровода. Мы разделили на три этапа. Первый этап – это полностью магистраль до Заречного, и разделили Заречный на три участка.